В 700 километрах от столицы Кыргызстана находится лес Арслан-Боб. Согласно местной легенде, более 2000 лет назад Александр Македонский взял отсюда орех и привез в Грецию. Грецкие орехи занимают площадь в 2000 гектаров. Местные жители платят лесному хозяйству определенную сумму, чтобы иметь возможность собирать здесь орехи и продавать их. Согласно постановлению номер 492 правительства Кыргызской республики, мы сдаем лес в аренду местным жителям. Собиратели подписывают с нами договор, платят деньги и пользуются им. Некоторым деревьям здесь около 1000 лет. Они произрастают на берегах рек и на склонах гор на высоте 1-2 километров над уровнем моря. Представители Управления по защите окружающей среды области говорят, что орехи находятся под защитой. На этой территории находятся уникальные ореховые леса, и они растут в заповедной зоне Джалалабадской области. Эта местность достаточно известна. Сюда нередко приезжают туристы. Я приехал из Анталии, чтобы насладиться этими пейзажами, ореховым лесом, который находится в Арслан-Бобской долине. Это местность с богатой историей. Здесь был даже Александр Македонский. Местные жители говорят, что это единственный природный ореховый лес в мире, который дает такой богатый урожай. Он обеспечивает работой более 10 000 человек.